Раз в неделю мой муж ходит играть с друзьями в покер. Это их мужские дела. Мне вообще все равно. Пускай себе играет. Открыто. Это все твое католическое воспитание. Только садомия тебя излечит. Дурак. Здорово, евнухи. Хоть бы устали, поздоровались. Заходи. Как жизнь? Познакомьтесь, это Пьер. Марк, добрый вечер. Франсуа. Здравствуйте. Сразу предупреждаю, Пьер знает, почему его позвали, и он не виноват в том, что ему пришлось заменить Патрика. Это же простой вопрос. Доводишь ли ты жену до оргазма? Это лично. Мы же не спрашиваем, как ты это делаешь. Мы хотим знать, доводишь или нет. Уж не знаю, кто из нас умнее, мужчины или женщины. Знаю только, что в вопросах любви они совсем дураки. И даже если мы легче идем на жертвы, все равно лучше понимаем, что к чему. А ты, Пьер, уверен, что тебя никогда не изменят? Ведь у тебя все женщины одноразовые. Ну да, очень удобно. По-моему, Пьер, для тебя оргазм – это в некотором роде душевный наркоз. По-моему, он сразу на меня запал. Такое же часто бывает. Иногда встречаешь чей-то взгляд в метро, и на тебе. Это в самом деле полезно для женщины. Полезно знать, что ты желанна, что тебя хотят. О чем говорят французские мужчины?